слабее. Вот как раз сейчас оператор показывает нам их. Вам всем хорошо видно на своих экранах, что ребята расстроены. Это так понятно. В рода соревнованиях. Ведь ответственность очень большая, и ребята сорвались. Ну, волнение, разумеется. Да, нервы подвели. Но наша федерация правильно сделала, что послала их на эти соревнования обстреляться, накопить опыта. Ребятам сейчас тяжело, но расстраиваться нечего, потому что общий результат не будет таким плохим. Так что давайте подождем, не будем загадывать. Что вы такие скучные? А с чего веселиться? Ну и панихиду разводить нечего. Впервые приехали на такой чемпионат. Я же видел, как здесь катаются. А мы гоняем, как в цирке, под сборную солянку. Честно говоря, мне не нравится программа. Бессмысленно все как-то. Поговорим. Зачем ты плечи поднимаешь? Опусти, наступай. Хорошо. А как себя чувствуешь? Хорошо. Лена, ты ведь знаешь, что ты для меня... Я знаю. Партнерша. Ну зачем ты там? Лена... Не надо. Я ничего не помню. Я все забыла. Кроме льда, как ни странно. Тогда, может, начнем кататься. Лен. Да? Ты мне ничего не хочешь сказать? Нас включили в сборную. Ты уже говорил. Решать надо, едем мы или все-таки мировой чемпионат. Как ты думаешь?